подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, по-прежнему, как ни странно. Мы продолжаем играть Batman Arkham Knight, чуть не сказал Arkham City. Это второе видео, в котором по-прежнему играем на английском языке, потому что, ну вот, до сих пор не вышел классификатор. Я почитал по форумам, там не только у нас такая проблема, поляки бомбят, допустим, по поводу того, что их языка в игре пока нет. Не знаю, я считаю, что это как бы не очень хорошо, то что в итоге оно все так получается, но как бы оставим это на совести локализаторов. Короче говоря, по первому видео, которое у нас было сегодня же, ну вот только что буквально, мы с вами определили, что по сути это тот же самый Бэтмен, но а чего еще ожидать от игры, которая, собственно, является третьей частью серии, которая уже известна своим геймплеем. На самом деле Бэтмен мне нравится тем, что в нем... Короче, убивать людей можно, я шучу. На самом деле, в общем, мне это нравится тем, что... Так, хорошо, у меня на сюжет похоже, или нет? А, я все время забываю, что не то. А там кошка еще орет. Короче говоря, я сейчас не могу сконцентрироваться, потому что все время без 26 утра, и я, как обычно, упоротый. Так вот, что я хотел сказать. Мне очень нравится, что в Бэтмене популяризировали боевку, которая достаточно зрелищна, но при этом очень удобна. То есть вот эта вот боевка, она сейчас используется в очень большом количестве игр. Но, тем не менее, при этом она немножко подзадолбала, если честно. То есть, если поначалу в первом Бэтмене это было реально круто, к моменту второго Бэтмена это еще было привычно, но к моменту третьего уже, блин, слишком много игр используют эту боевку. Недавно вам показывали Безумного Макса, допустим, новую игру. Опять то же самое примерно. Ладно, в общем, мы с вами поговорили, это все хорошо. Угол, что-то беспределит в городе. Мы уже встретили Poison Ivy, она сидит, кстати говоря, у нас здесь сзади в багажнике. Закинули ее. И я выключил всякие... Ого, с автомата кто-то стреляет. Я выключил NVIDIA эффекты, потому что игра, ну, с ними реально плохо дружит в момент записи. Ну, как бы, как вы видите, и пока я вам не сказал, вы это даже и не заметили, да? Так, хорошо. Это у нас тренировка, а можно я без тренировки? Я не хочу тренировку. Давайте посмотрим, что нам, в принципе, сейчас нужно делать. Теперь я как бы уже собрался, и теперь у нас все будет хорошо. Так, главный объектив. Остановите пугало от того, чтобы он взорвал токсичную бомбу. А, ну короче говоря, нам по-любому сюда нужно зайти, поэтому ладно, выбора у нас особого нет. Зайти нам сюда придется на машине. То есть не зайти, а заехать, по сути, получается. Да? Нет? Симуляция активирована. Сейчас нас будут тестировать. Уничтожьте цели, чтобы зарядить оружие. И активировать ракеты. Так, уничтожьте цели. Допустим. А, вон слева, смотри, шкала заряжается, да? Да, смотри, она что-то заряжает. Так, ракета, окей. Круто. Так, диагностика завершена. Уровень 2. Если мы зарядим ракету до второго уровня, то сможем сразу 4 цели уничтожить. Прикольно. То, что пулемет и пушку поставили на одной стороне триггеров, бамперов, это не очень удобно. Целиться не прикольно. Так, хорошо. Ну продолжаем тогда, что ли? Я правда не вижу, чтобы это шкала. А, вон, смотри, справа еще шкала. Да блин. Так, и ты у нас будешь последним, да, похоже. Смотри от них. Угу, так. То есть мне просто нажимать X? Круто. Но это не так, что функционально. А когда по нам попадают, вся энергия набранная сбрасывается, поэтому нужно быть аккуратным. Понял, выехать далеко мы не можем. Но они, в принципе, достаточно простые. Но мы играем на нормале, как бы. Я думаю, на других уровнях сложности будет пожестче. Мне сегодня просто не хотелось заморачиваться особо. Потому что
наверное, я сегодня не особо боец. Хотя, как вы видели, враги дохли только в путь. Руки еще помнят все эти челленджи бесконечные предыдущих частей. Это было очень весело. До свидания. Симуляция завершена, спасибо большое. Ну это прикольно. Не знаю, ну как бы это полезно, но... Засекли, что еще больше этих танков направляется к Panessa Studios. Говорит комиссар Гордон, очень много танков по городу Готэм под атакой. Всем офицерам вернуться в участок. Мы не экипированы достаточно, чтобы с этим совсем справиться. Короче говоря, Готэм отозвал своих людей. Ой, Готэм, говорю, Гордон. Ну, увидите, да? Хорошо, погнали. Мы нормально экипированы. Сейчас раздадим всем, кому только нужно. А вас тут, я смотрю, много, ребятушки. Смотри, там прям дроп-зона. Ого, знакомые нотки. Ник Рундал все-таки очень хорошо справляется с саундтреком этой игры. То есть, реально, без него эту игру представить не могу. В каждой части было что-то вот такое вот бэтменовское. Задание. Кто-то там еще есть? Ну да, судя по карте. Прикольно, что все можно разрушать. Только вот это разрушить не получилось. Кстати говоря, в предыдущей серии сказал, что это по-прежнему узнаваемый Unreal Engine 3. Где-то я прочитал, что Unreal Engine 4. Это правда? Напишите в комментариях. Скажи своим людям, что они могут продолжать свое патрулирование с танками. Я разобрался. Слава богу. Надеемся, что это были последние. Не рассчитывай на это. Мне нужна изоляционная камера. Я туда сейчас привезу Айви. Так, ну хорошо. Альфред, вернее. Это наша система прокачки, насколько я понимаю. Теперь она выглядит вот так. В каждой части ее меняют, но в каждой части она, по сути, примерно узнаваемая. Да, Combo Master. Так, ага. Понятно, можно будет прямо с крыши, то есть прыгать строго вниз. В общем, давайте более подробно посмотрим. Ну, то есть вы сейчас скажете: Артурка, чё ж ты все промотал? Там же много всего интересного. Так, боевка в первую очередь. Хорошо, что это такое? Новые тейкдауны. Хорошо, так, ну это то есть, ага. У меня одно очко умений. ББ и потом джагл на X. Увеличивает повреждение от ваших атак. Если вы, ну, идеально делаете удар, то есть комбо, как вы понимаете. Мы попробуем. Это у меня получалось. Так, хорошо, теперь нам с вами нужно двигаться отсюда куда-нибудь подальше. В городе реально пипец происходит. Очень круто поставлено какое-то вот именно такое ощущение того, что все очень плохо, и оно здесь неплохо реализовано. Водитель от пола. Гораздо проще, чем оттормаживаться, переходить в боевой режим, потому что это и круче выглядит, ну и полезней. Я так понимаю, в городе будет много всего интересного. Смотри. Интересно, а киллер крок есть? Слушай, это... я, короче, видел это в каком-то трейлере, но я не думал, что это вот прям можно будет делать. Здесь у нас разгон не хватает. Но в целом понял, хорошо, это круто. Можно реально по крышам нарезать. Зачет.
Там по-прежнему жарко, идет перестрелка. Так, полицейский участок. Хорошо, что ты здесь, Бэтмен. Давай на нижний уровень. Фига у вас полицейский участок. Обалдеть. Не, игра очень круто сделана. Зачет. Какого черта? Не стрелять, это Бэтмен. Что это за штука? Ты что, шутишь? Я думал, что нас атакуют. С анализом токсинов какие-нибудь есть подвижки? Нет, займет еще чуть больше времени. Давай пока направляйся к часовой башне. Кто научил тебя водить? В общем, направляйся к часовой башне, а я пока, собственно, займусь этим делом, и там тебе расскажу последние новости. Так, одну, допустим, посадили. Пугало тебя сломает, Бэтмен. Честно. Почему ты вообще с ними... почему ты, говорит, вообще, им помогаешь? Война на улицах. У нас не хватает оборудования. О, смотри, кто это. Айви. По крайней мере, о тебе не стоит беспокоиться теперь. Готова ли камера? Так, хорошо, что мы наконец найдем ей достойное применение. О, снова клетка. Винтэдж. Теперь ты чувствуешь себя в безопасности, когда я закрыта. Ты знаешь, что меня надолго эти стены не задержат. Но если ты будешь чувствовать при этом себя более в безопасности, то ладно, я тебе подыграю. Пока. Мы здесь, чтобы спасать жизни. В общем, он говорит, если вы на крышу встаете, то по 4 человека, если на улицу выходите, то по 6 людей. Поэтому мы должны спасать жизни, но в первую очередь мы должны спасать поэтому свои жизни. Эти ублюдки говорят, что мы, что они, собственно, завладели этим городом, и они правы, потому что у нас не хватает ни людей, ни оборудования. Так, хорошо, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Такое ощущение, что здесь я уже был во второй части. На самом деле нет, я не мог здесь быть. Красивая игра. Давайте, знаете, что сделаем? Мы сейчас попробуем, то есть прямо во время игры включить. Но вот это вот не включается прямо во время игры. Для этого требуется перезагрузка. Хотя бы бумаги. Так, дождь нафиг не нужен. Я, честно говоря, не почувствовал никакой разницы между тем, что было в предыдущей серии и в этой. Только ресурсов жрет. Так, ну и освещение. Пусть будет так. Так, ну для освещения тоже... Да много для чего, я смотрю, нужен, короче, рестарт. Для всего. У меня здесь люди умирают. Слушай, а как в детективный режим входить? Ага. Пока я здесь по телефону с вами разговариваю, люди умирают. У меня такого времени нет. Давай, ответь на телефон, проклятие. С семьей, наверное, общается. Так, офицер Стайлз. Поверить не могу, как быстро все изменилось. Сначала была нормальная смена, обычный день, и теперь вот это вот. Сигнал очень плохой. Угу. И чё? Ты в порядке, милая? Ты все еще там? Проклятие. Только ты думаешь, что все наконец наладилось и что-то происходит. Так, сяду-ка я поудобнее. Не поскрипеть на видеокреслом, это же, ну, понимаете.
Это я не я тогда буду. Слушай, костюм уже такой перепачкался. Офицер Якобсон. Тот продолжает свой инструктаж, говорит по второму разу то же самое. Не приближаться к бунтующим. Тебя же убьют. Держись. Я не трус. Но сейчас пытаться их остановить — это самоубийство. Их слишком много. Я с тобой согласен. Так, хорошо, ладно. У нас здесь не атмосферное прохождение, мы просто смотрим игру. Поэтому прям со всеми говорить и все разглядывать я уж не буду, наверное, да? Да пошел ты. Проклятые бюрократы. Мы сами по себе. Мы справимся, Джим. Какие последние новости? По всему городу инциденты. Кэш, давай нам последние новости. Хорошо, давай посмотрим. Сначала с пожарниками мы потеряли контакт. Вот их последние координаты. Но, по-моему, они там выжить не могли сами по себе. А потом еще вот это. Это странное. А какое-то тело появилось. Мы толком не разглядели, но то, что увидели, нас испугало. Страшновато. Заметили, что загадочник ходит. От него тоже добра не стоит ждать. Я знаю, что ты занят, но если ты сможешь что-то сделать с этим, это спасет многие жизни. Не волнуйся, Джим. У меня есть зацепки по пугалу, и посмотрю я, что с этим смогу сделать. Хорошо слышать. У него команда спецназа ищет этих людей, так что, в принципе, там тоже все не так плохо. Так, хорошо. Офицер Кэш, я тебя не узнал даже. Давай поговорим с ним. Окей. After you finish searching the docks, I want you to link up with Michaels and work your way back along the East River. Так, выбор миссии. Хорошо. Используйте выбор миссии, чтобы выбрать следующую цель в Готэм-Сити. Когда находишь нового суперзлодея или миссию, они автоматически добавятся на этот экран. Выберите иконку, если вы хотите вернуться к, ну, поиску пугала. Так, хорошо, загадочник, у которого, как обычно, будет куча загадок. И знаете что, я вам, по-моему, еще при прохождении предыдущей части, а мы делали прохождение Arkham City для, собственно, канала, я вам сказал, что в первой части в Arkham Asylum были просто гениальные головоломки. То есть там реально было интересно их разгадывать. У второй части это был какой-то бред, то есть тупо ребусы. Никакого интереса, никакой фантазии, тупо коллектаблс, как это говорится. Так, давайте попробуем, не знаю. В общем, у нас здесь есть какое-то странное тело, которое обнаружили люди, и это их напугало. Можно сходить по следу пожарных. I'll find that missing fire crew. Так, Эрон Кэш. А у него руки по-прежнему нет? Что-то мне показалось, что... We don't have time. Go in pairs. Watch your back. Да-да-да, смотри. Так, поговорите с Кэшем. Don't worry about Ivy. Не волнуйся насчет Айви. Эта клетка ее хорошо задержит. А как она в этом замешана? Она часть этого? Я не знаю. Но у меня предчувствие. Да, у меня тоже. Так, хорошо, ладно. Уходим тогда отсюда. Никогда так близко его не видела. А ты кто вообще? Сержант Грожик. Мы прикроем тебя, Бэтмен. Все мы. Оуэнс из Дайна, наверное, хочет тебя мертвым, но... Everyone else, team Batman. Оуэнс говорит, ну, из столовки, наверное, хочет твоей смерти. Остальные говорят, твоей команде. From the diner. Ну, это, то есть, со столовой же, получается, да? Так, а вы кто? Ага. Что-то жутота какая-то. Yep, poor bastard. Бедняга. He ain't gonna be able to live with himself when he finds out what he did in that diner. He's gonna lose his badge for sure. Owens is a good cop. Он говорит, не сможет с этим жить, когда поймет, что он наделал в той столовой. Бейдж он свой точно потеряет.
Да не только бейдж. Видимо, про него она говорила, да? Должен послушать, что он несет. Ощущение, как будто он там умирает. Вооружен. Он в ужасе. Какого хрена с ним происходит? Ланкастер? Медики говорят, что мы ничего не можем для него сделать, только помолиться. Странно это все. Эй, Бэтмен! Ты мне зачем руку сломал? Ни за что, ни про что. У него план насчет тебя, Бэтмен. Насчет тебя и твоих друзей. Сегодня ночь, когда мышь, наконец, сломят. Летучую мышь, я имею в виду. Это же тот парень, которого мы с броневика сняли, да? Ну и руку ему сломали. Так, хорошо, время двигаться вперед, потому что, блин, много всего интересного, но... Никогда такого не видел, чувак. Даже Гордон выглядит озабоченным. Этого парня ничего не пугает. Слишком тихо, слишком долго. Они это планировали. А, было слишком тихо, слишком долго. Только по новостям, говорит, говорили о том, как все хорошо в Готэме. Готэм, говорит, нифига подобного. Как был болен, так он и есть. Никогда не излечивался. Так, закрыто всего, ну то есть занято клеток всего 1%, одна из 97 клеток. Batman, just wanna say it's good to have you on board. Бэтмен, просто хотела сказать, что рада, что ты с нами. Конечно, дамочка. Сержант Ханрахан. Ну, Хараха, как это там? Как читать? Ты, наверное, в большей безопасности, чем все мы тут сидящие, но, тем не менее, будь, пожалуйста, аккуратен. Конечно, почему бы и нет. Но Бэтмобиль, это, конечно, круто. Разглядывают тачку. Круто. Слишком близко не подходите. Он здесь. Отойдите все. Глазели на тачку. С дороги, Япона-мать. Я тот герой, которого заслуживает этот город. Что? Хорошо. Доброе утро, мистер Уэйн. Надеюсь, что машина вас устраивает полностью. Вообще-то, Люшес, она немножко... Я думал, что ты примерно это скажешь. Скоро... В общем, она, говорит, слишком медленная. Я, говорит, скоро сделаю функцию форсажа. Вы, говорит, главное, пожалуйста, не убейте машину. Скоро для вас будет несколько апгрейдов. То есть машину еще и апгрейдить можно. Супер. Так, нам сейчас с вами нужно... люди Готэма, у меня есть послание для всех вас. Для людей, которые, в общем, занимаются беспределом, веселитесь, вы под моей защитой. А тем трусам, которые сидят в полицейском участке, вы не будете, вам не будет пощады. И Бэтмену. Я уже победил. Опустошил твой город с помощью токсина и нескольких угроз. Вот насколько мало стоит безопасность, которую ты контролируешь. И когда наступит рассвет, Готэм будет лежать в руинах. Я обращу свой взгляд на мир. И все поймут, что легенда о Бэтмене ничего не стоила. Слушай, Пугало что-то оборзел по сравнению с тем, каким он был раньше. Так, да, теперь можно убивать людей. С Бэтменом что-то произошло. И он реально глушит людей. Не знаю, может они не смертельные, конечно. Ну-ка пойдем посмотрим. Сердцебиение есть, нет? Без сознания, то есть понятно. Чё ты хочешь? Меня по-прежнему хотят научить вот этому делу. При том, что я им пользуюсь уже давно. То есть не этому.
вот этому. Блин, я хотел в машину запрыгнуть. Интересно, а можно вообще, нет? Ага, прикольно. Так, мне что-то страшно отпускать эту кнопку. О, господи, так точно кого-нибудь убить можно. Так, ладно, куда мы, получается, едем? Нам с вами нужно вот сюда, да? Господи, так, ладно, я думаю, этот мостик нам нужно объехать или нет? Короче, вот мы и приехали. Думаешь, ему хватит? Да, он еще может принять. Верно, мистер пожарник. Пожарный. Знаешь, я всегда очень уважал вас, входящие в горящие здания, спасающие котят и людей. Скажи мне, что сказать? Скажи, что я герой. Я герой. Да ты не звучишь как герой. Громче. Я герой. Давай, убеди нас. Я герой. Что я делаю вообще? Покажи им, что мы делаем с героем. Нифига. Нифига, ребят. До свидания. Обожаю. Сюда, пожалуйста. Ну ты там как? Бэтмен? Господи, да это и правда ты. Что здесь произошло? Наш грузовик атаковали. Стащили нас сюда по одному. Мы разделились. Нас забрали в разные стороны. Пожалуйста, они убьют нас. Я спасу твою команду. Жди здесь. За тобой приедет офицер. В общем, они не сами разделились, но вы поняли. То есть их вытащили из машины, начали буцкать. И в итоге растащили по разным местам. Так, ну я так понимаю, что остальная часть команды где-то по городу, да? Так, это челлендж. Челлендж, это неинтересно. Хорошо, тут можно посмотреть на тело. Это основное задание. Угу. Так, а здесь загадочник у нас. Понятно. То есть пока что у нас, в принципе, вот все, что нам предоставлено. Я не знаю, в дальнейшем, возможно, вон та часть города будет предоставлена. Я на самом деле очень сильно сомневаюсь. И в итоге мы имеем вот такой город. Я бы не сказал, что он очень большой. Но, в принципе, конечно, ну, довольно большой. Но, тем не менее, реально быстро перемещаешься между этими объектами. Так, хорошо, давайте посмотрим, что там за тело. Хорошо, где моя машинешка там? Эй, я нажимал кнопку. Здесь мы уже проезжали. То есть мы только начали играть. Я не знаю, в будущем, возможно, город будет больше, но я пока что на самом деле в этом не уверен. Мы уже тут были, то есть мы уже по второму разу проезжаем. Это не очень хорошо для большого мира. С другой стороны, главное, никакой мир по размеру, как мы знаем, по Arkham Asylum. Там мир вообще маленький был, но был сделан очень круто. У Arkham City город был большой, но сделан уже похуже. Так, вот так выглядят, собственно, инвидевские эти всякие газетки, которые летают, нет? Походу нет. Почему-то они летают в воздухе. Это не круто. Хорошо, какого хрена здесь происходит?
Альфа. Я нашел тело, о котором говорил Кэш. Я постараюсь выяснить причину смерти. Так, анализ результатов. Завершено. Blood tests reveal the cause of death was an overdose of painkillers, leading to cardiac arrest. Also, the victim's fingerprints have been burned off with acid. A rather unsavory demise. Он говорит о том, что там была передозировка болеутоляющим, но кроме всего прочего, как-то ДНК его исказили, и отпечатки пальцев были сожжены кислотой. В общем, очень сложно выяснить, кто же это на самом деле такой? В этом, видимо, и будет состоять задача этих сайд-квестов. То есть, ну вы поняли, никаких зацепок. Хорошо, и кто же ты? Ого, смотри, а пипирку-то не сделали. Плохая игра, не 10 из 10. Так, ладно, изменить уровень сканирования. Волокна. Что? Это уже кость где-то в районе таза. Обручальное кольцо. На нем написано Офелия. Это девушка, что ли? Или нет, вроде мужицкое телосложение. С руками что-то странное. Я не думаю, что мускулы должны так выглядеть. Так, хорошо, допустим, что-то еще может быть. На кости, я думаю, еще что-то может быть. Потому что больше вроде ничего не замечено. Ага, понятно. The victim had a hip replacement. Scar tissue hasn't fully healed, so it must have been recent. В общем, пришлось кость. О, господи, я сейчас настолько отупел, что даже не могу вспомнить, как это называется. Но вы поняли, в общем, вставляется в кости, если кость не срастается нормально. Ну, для закрепления. Ну, что-то уже есть, окей. Пипец, время. Почти 7 часов утра. Жена опять меня будет убивать. Хорошо, что-то еще можно тут найти. Видимо, все-таки... Ага, смотри, ухо. Deformity on the left ear. Looks like a result of minor ear agenesis. A birth defect. Врожденный дефект, что-то с ухом, но так. The victim's name is Anthony Lund. Anthony Lund. Hospital records show he suffered with alcoholism. Страдал от алкоголизма. Most probably brought on by the breakdown of his marriage. Из-за этого развалился его брак. Бывшая жена Офелия. Последний раз его видели в Нью-Мексико, в Альбукерке. We need to track down whoever did this. Странно. Might I suggest keeping an ear out for any more of that ghastly opera music? It sounds ominously like a calling card. В общем, на самом деле человек этот пропал без вести в другом месте, но кто-то его привез сюда и здесь убил. Непонятно, зачем это, собственно, было сделано. Это нам и предстоит выяснить. Ну и стало быть... музыка. Насчет музыки Альфред спросил, какого черта вообще. Так, хорошо, ладно. Второе видео, наверное, мы сейчас будем заканчивать. Я только немножко поглазею, потому что здесь есть... Ну, согласитесь, игра реально красивая, но при этом звезд с неба не хватает. Она просто очень приятно выглядит. И на самом деле я рассчитывал на тот костюм, который нам сколько сверкали им в трейлерах. То есть костюм, где там маска из составных деталей. Да и броня нагрудная тоже. Но броня вроде как раз та и есть. Не знаю, думаю, что это все в будущем появится просто... В общем, пишите свои впечатления по поводу этой игры, мы продолжаем ее смотреть, сегодня у нас будет день Бэтмена, и, соответственно, мы посмотрим эту игру вдоль и поперек. Мы с вами уже неплохо изучили открытый мир, изучили сайд-квесты, в следующем видео мы пойдем дальше по сюжету. Но следующее видео я сниму уже, когда, собственно, появится русский язык, потому что
Мне, как видите, в принципе, несложно переводить, но просто охота и локализацию посмотреть, нормально ли она или что. Ну и кроме всего прочего, я думаю, многим так будет проще. У нас же много эстетов. Короче, пока что это именно та игра, которую я ожидал. Та игра, которую вы, собственно, ожидали. Она не разочаровывает, но, в принципе, и ничем не удивляет, кроме Бэтмобиля. Но Бэтмобиль, про него уже раструбили, в принципе, во всех трейлерах, поэтому тоже ничего особо удивительного во всем этом нет. Хи-хи-хи-хи. Круто. Получи. Да. Интересно, сколько весит этот дурак? Не знаю, в общем, очень прикольно пока что, но не тянет на какой-то там прорыв. Но это, в принципе, никто от этой игры и не ждал. Тем не менее, красиво выглядит, интересная боевка, интересная физика авто, то есть отвращение как какого-нибудь Just Cause не вызывает. Ну, в Just Cause, в принципе, она другим-то игра покупала, да? То есть тем безумием, что творилось. Но физика там была не очень. Скажем друг другу честно. Короче говоря, не забывайте комментировать, ставить пальчик вверх, потому что ради вас стараюсь. Не сплю тут по ночам, хотел сказать. Потом смотрю, время реально уже почти 7. Собственно, увидимся в других видео на канале. Если вы только попали на канал, рекомендую подписаться, будет много интересного. С вами был Артур, всего хорошего, всем пока.